Минобороны России с недоумением и удивлением ознакомилась с заявлением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна о том, что используемые в Нагорном Карабахе вооруженными силами Армении ракеты комплексов «Эскандер» не взорвались или взорвались лишь на 10%. По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения. Судя по всему, премьер-министра Республики Армении, господина Пашиняна, ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию. Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К-720Э или «Искандер-Э» испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К-720Э «Искандер-Э» является лучшим в мире в своем классе. Это признается всеми.